Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Лада выходит из своего биоробота, становится рядом. Если в биороботе находятся какие-то подключки, голограммы, копии, любые другие артефакты, все это выходит, становится видимым. Тонкая копия вышла. Она, знаешь, она почему-то телефон не показывает. Телефон. Она по телефону разговаривает, оттуда как заряд идет к ней. Именно разговор какой-то. Телефон, она вышла из тела. Понятно. Телефон мобильный или телефон домашний? Мобильный телефон. В руке держит она. Хорошо. Так, и защищаемый физический биоробот защитным потоком чистых энергий Абсолюта. Берем Ладу в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Лады поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Ладу. Интересуемся, готова ли она к диагностике, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Доверит. И я даю команду на счет 3. Сканер начинает сканировать пространство над головой, Лады под ногами, 360 градусов вокруг нее. На всех 7 тонких телах находятся любые чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки, любые чужеродные воздействия, энергии. От этого все выстраиваются каналы, ведущие в клетку тюрьмы, ответственность за эти подключки, сила моего намерения, притягиваются в клетку тюрьмы и становятся ее заложником. 1, 2, 3. Сканер начинает сканировать все 7 тонких тел Лады, находит все. С ней что-то не так. Поставь нам защитный еще щит. И выставляем между нами и Ладой. Она как не в себе, она как будто с кем-то разговаривает, объясняет что-то руками, даже руками объясняет на пальцах, что-то машет. Хорошо, и давай от нее посмотрим. Идет вот этот вот телефон канал. В клетке, и, но он не канал, он, знаешь, как энергия, такой, как молния к ней тянется, как шнур, и через нее проходит. И я даю команду, значит, 3, от этого телефона выстраивается канал к ответственным. 1, 2, 3. Притягивай, где бы он ни находился, во Вселенной, в клетку тюрьму, становится нашим заложником. Да будет так, а так и есть. Гуманоид. И она в напряжении в постоянном вот от этого канала. То есть она не может остановиться, как под воздействием. Понятно, хорошо. Гуманоид в клетке. У нас один канал, да? Ну, у нас получается, я его не как канал, а как вот эта энергия, как шнур, шнуром вот этот, шнуром энергии. Хорошо. Связана она с телефоном. Я даю команду на счет 3 и включаю Ладе внутренний белый свет. 1, 2, 3. И силой моего намерения помогаю ей на счет 3 выдавить все, что находится на чистоте гуманоида. Все присадки, вся его энергия, все его яды. На счет 3 начинает выходить из ее биополя. Гуманоид какой-то странный, очень довольный. Да. Улыбается. Снимаются все маски и голограммы перед гуманоидом. 1, 2, 3, говорю ему. И от гуманоида выстраивается еще один канал ко всем ответственным, которые связаны с ним по каналу и с этой энергетикой. 1, 2, 3, притягивай в клетку тюрьму. Да будет так, а так и есть. Гуманоид, он мимикрирует. Влад, сожги эту голограмму. Я по нему понял уже. Я не помню, это что-то между драконом и ящером. Снимаются все маски и голограммы, сущность предстает в первозданном виде, или я ее сожгу сейчас в этой клетке? Ну, он такой, у него горб, шея, как панцирь, и он агрессирует. А, Влад, отлично, сожги его голограмму, вернее, сожги его защиту и принуди его к миру, пока он не начнет просить о пощаде. Приступай, просканируй его защиту и сожги ее. Но он, в принципе, получает от своих вот этих действий назад, получает всю энергию, ему больно. Мне все равно, больно ему или не больно, ей было больнее. Он сел. Убираю лазер, хорошо. Представься, кто ты такой, паразит. Ну, у него... Сейчас, подожди. Скрещенный кто-то. 80%. Ящер и 20 дракон.
Гены дракона. А кто ты такой? 80% ящер и генов драконов. Как твоя специя называется? Ты ящер или ты дракон? Или ты ящеродракон? Экспериментальный экспонат. Считай цифры над головой этого экспериментального экспоната. 10328. 10328. Откуда ты? Из какой ты цивилизации? Дракоящер. Или ящеродрако. Драги. Драги. Хорошо, скажи-ка мне, почему ты зашел в это биополе? Первый вопрос. Второй вопрос, что это за телефон и как ты на нее воздействовал? Что это за боли, которые ты ей причинял? Кстати, Лада из себя выдавила все, оно висит. Отправляемся в клетку-тюрьму. 1, 2, 3. Он сказал, что это ловушка. Вам очень легко подсоединиться с информационного поля. Хорошо, какую она ошибку сделала? Почему ты подсоединился к ней так легко? Опиши ситуацию. Это второй вопрос. Первый вопрос, как долго ты находишься в этом биополе? А второй, как ты попал в это биополе? 5 дней. И ситуацию покажи. Где ты ее словил и как это было? Чистую энергию увидел на улице. Шнур вот этот забросил. Понятно. Чистую энергию увидел. Манифесты не увидел случайно там, да? И огромную силу намерения. Ты знаешь, ящер, дело в том, что она мне написала до проверки вытащить того, кто меня пытал почти неделю, и сожгите его в галактическом ядре. У меня есть полное разрешение на твое уничтожение. Мне интересна твоя точка зрения сейчас. Ты нарушил все законы мироздания, которые только можно нарушить. Ты вошел в душу осознанного человека, вернее, его в тонкие тела. Почему он говорит, что их закрыли на маленькой планете, как в тюрьме. Чтобы выживать, им нужны сильные энергии. Это является каким-то... Он вырвался. Ага. И мог попасть в матрицу Земли, выбирая самые яркие энергии. То есть ты, как вот этот бандит, который вышел, криминальный элемент, на большую дорогу разбойник, и все, что тебе нравилось, без разбору, подключаешься, не соблюдая никаких законов, потому что ты уже наказан, и ты из этого, из этой тюрьмы практически вырвался, и сейчас ты находишься на земле. Сколько тебе лет в человеческих годах, скажи мне? Нас нельзя уничтожать, нас мало осталось. А кого можно уничтожать, скажи мне, нас? Ты считаешь, ты имеешь какое-то над нами преимущество? В чьей душе вы расходуете свою энергию впустую. Это общие фразы. Я у тебя спросил, как ты к ней подключился? Вот теперь мне можешь объяснить, как она расходовала свою энергию впустую, что дало тебе право войти в ее биополе. Ты не имеешь права заходить к осознанной душе. Чистота. Чистота ее энергии. Это то, что мне не хватает. Сколько тебе лет в человеческих годах? Это вкусно. Хорошо, все понятно с тобой. Сколько тебе лет в человеческих годах, дракоящер? 500. 500 лет. И за 500 лет ты таки не понял, что не все можно кушать безнаказанно. Это очень печально, ты знаешь. Вера, мы все вывели сейчас из биополя Лады. Нет, подключки вышли, но у нее остался еще эти энергии внутри. И я даю команду на счет 3, включая еще раз Ладе внутренний белый свет. И она начинает выдалить все чужеродные энергии, находящиеся в ее биополе. 1, 2, 3. Все выходит. И просканируй, пожалуйста, ее спину, позвоночник. Она говорила, что у нее такое ощущение, там штырь стоял. Это твоя работа? Ящер, дракон. Сердце. Сердечная чакра. Что там? Гарпун мой. Еще и гарпун закинул. Он, знаешь, как кол такой. Он вышел. Он вышел, да? Да, в начале, да. Сейчас он в клетке, энергия. Да? Хорошо, все. Энергия он сейчас... Вот на конце этого шнура, который идет от телефона. А, но он же нам не сказал, что он гарпун кинул. Он сказал, он бросил свою веревку. Или как вот он там? На конце этот гарпун. А, он конце... как гарпун, он такой, как кол. То есть ты пробил все 7 тонких тел этим колом. Только сердечную чакру. Какой кошмар. У тебя вообще осознанность, хоть грамм есть какой-то, хоть какие-то, знаешь, наночастичка осознанности есть?
Тебе 500 лет, и ты не понимаешь, что можно делать, а что нельзя. Ты ее убить мог. Ты человеку неимоверные боли доставил. Для меня это очень вкусно. Хорошо, отлично. Значит, у меня для тебя есть очень интересный собеседник в таких случаях. И я прошу Ли, пожалуйста, выйди со мной на связь. На связи. Приветствую тебя, Ли. У меня здесь один ящер, на 80%, на 20% дракон. 10328 уровень. Гарпуном пробил сердечную чакру. На все вопросы отвечает, что ему вкусно эта энергия. Наш клиент. Хорошо. А ты можешь объяснить, что он там за планету рассказывал, где они там в тюрьме находятся? Было много экспериментов. А. Древний. Никому не нужный. Хорошо. Бесполезный эксперимент. Ну вот, судя по разговору с ним, действительно бесполезно разговаривать. Там просто стена непонимания. Ему вкусно, и все. Все эксперименты делались для какой-то пользы. Они никакой пользы не приносят. Хорошо, благодарю тебя, Ли, за это разъяснение, за это. А что это за телефон? Он забирает, он говорит, что он не хочет назад. Ну, так спроси тебя, отправить в другое место. Это уже Ли решает. Не его заправят. Хорошо, отлично. Что у нас осталось в клетке еще? У нас, телефон вот с этим шнуром и под ключками. Давай к телефону сделаем сейчас канал на счет 3. 1, 2, 3. И на счет 3 забираем чистые, светлые, божественные энергии на чистоте лады, находящиеся в этом объекте и связанные с ними артефактами. 1, 2, 3. Все, до последнего микрона возвращается к ладе все, что было украдено. Вернулась энергия к ней. Ну, как пьет ее, наполняется. Отлично, ждем окончания реверса. Мне, знаешь, как пустота заполнилась энергией этой. Готово. Отлично. И на счет 3 превращаете артефакты в пепел. 1, 2, 3. Открывается портал галактическая дробь. Пепел улетает, галактическая дробь на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. У нее еще шар висит с энергиями, которые она выдавила. И под шаром открывается портал в галактическое ядро. Этот шар улетает в галактическое ядро на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Большой шар был? Мяч? Больше. Больше? Успел. Но она и говорила, что состояние такое, как будто ее убивают. Вот. Ну, хорошо. Но наполнено сейчас. Наполнено. Отлично. Давай теперь ее заполним энергиями. Посчитай, сколько энергии нужно ладе, какая частота вибрации. 326. И на счет 3 в макушку головы лады начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 320% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли, наполняют, усиливают. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Заливают пустоты, образовавшиеся от интерферентов и их подключек полностью. Частота и вибрации поднимается до числа значения 26 Гц. Пошел подъем. Запускаем дополнительно канал энергии 1, 2, 3 и наполняем сердечную чакру, пробитую этим колом, и поднимаем частоту до 26 Гц, я уже сказал. Хорошо. Ей какая-то информация идет, что ей надо на свои энергии, когда она выставляет защиту, то добавлять, что она невидима. Хорошо. Лада, вы должны всегда добавлять, когда вы делаете какие-то манипуляции в астрале, такую фразу «становлюсь невидимой в пространстве». Ни одна сущность, ни одна цивилизация не может меня увидеть. Сила моего намерения, да будет так, а так и есть. Но ей нужно именно от негатива защищаться, иначе она будет для всех невидима. Ей надо цвет и запах свой защищать. Хорошо, значит, тогда она должна установить защитный двухслойный и второй слой, делающий невидимый для плохих людей. Да. Да, будет так, а так и есть. Активируем защиты. Даже не знаешь, как идет невидимый, а ее защита должна отторгать их, чтобы они боялись к ней приблизиться. И она сразу будет понимать. Потому что человеку будет возвращаться все. Отлично, хорошо. Лада допишет сама эту фразу.
Как она ее поняла, это от ее куратора идет информация. Мы благодарим куратора. Готово, она заполнилась. Отлично. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Лада, как вы себя чувствуете сейчас? Чувствую себя. Чувствуете себя? Все нормально? Да. Дальше сама справлюсь. Отлично. Хорошо. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Лады в систему биоробот душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Она сгармонизировалась, активировала меркаву себе. Хорошо, отлично. И отключаясь от объекта и перемещаясь в свою комнату диагностики. Пошел, пойдем. Я на месте.